Анатолий Пахомов пригласил их в мэрию на чашку чая. За столом обсуждали предстоящее празднование 75-летия со дня полного освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Дату будут отмечать в крае 9 октября. Это одно из важнейших событий Великой Отечественной войны, которая ознаменовала завершение битвы за Кавказ. Оно имеет особое значение не только для города и края, но и для всей страны. Подготовка к проведению памятных мероприятий уже началась, отметил Анатолий Пахомов. К важной дате будут вновь приведены в порядок все воинские захоронения и обелиски. Ветеранам будет оказана социально-бытовая помощь на дому. Кроме того, для них проведут ежегодную диспансеризацию. Кстати, мэр отметил, что медицинское вмешательство – это не единственное лекарство от болезней для людей старшего поколения. Больница – это здорово, но она у нас хорошая, и хорошие у нас сегодня врачи, но надо не болеть. Сейчас задачу я ставлю перед Ириной Васильевной, значит, всех наших пенсионеров постараться вовлечь в активную жизнь, создавая группы здоровья, купаться, ходить, создавая вечера, кому за 70. Мероприятия проходят, у нас есть программа «Зритель». Надо раздавать и особенно вытянуть всем тех, кто никуда не ходит. Анатолий Пахомов еще раз подчеркнул, что о подвиге солдат на Кубани нужно помнить и передать эту память подрастающему поколению. Поэтому во всех школах будут проходить уроки мужества, организованы тематические выставки и уголки славы.